Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Жестокие улицы 2». Ну и, пожалуй, начну я, естественно, с ежедневного задания. Так что давайте, ребят, посмотрим, что у нас тут. Лжечная игра. Нет, это мне не нравится. Давай вот это вот, «Король бойцов». Да, пожалуй, вот с этого мы начнем с вами. Так, у нас здесь стрелок, боксер и третий неизвестный. Ну и плевать... Попробуем разобраться с этими говнюками и в конце концов их всех уложить. Ё-моё, вот это у него прикид. Ладно, меня не запугаешь. Так, дайте мне что-нибудь хорошее, положительное, пожалуйста, дайте положительное. Да ё-моё, ну, это, ребята, я не знаю, ну, бред. Постоянно то отравление, то еще что-нибудь. Хорошо. Так, ты куда это ты у меня там? Так, стрелок, значит, там стреляет, да? Вовсю, я смотрю, у нас. Надо его немножко оглушить. Отлично. Так, боксера мы захватим. Выпустим также молнию. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь, молния. Тихо-тихо, отойди, стрелок, пожалуйста. Да ядрёна ты, вот, что ты будешь делать? Давай мы вот так вот попробуем провокацию взять на себя. Здесь подхилиться. И капсулы. Так, бой, уйди оттуда. Ты горишь, неужели не видишь? Ну давай на стрелка поставим, а на заключенного поставим дополнительную защиту. Вертушка пошла. Отходим, блин. Нифигашечки, почему-то у нас пока не получается. Так, отойди, потому что сейчас будут падать бочки. Ага, а вот у нас и ассасинка появилась. Делаем себе неуязвимость и смотрим, где эта хламонка. Где она? Ага, понял я. Давай бомбанем. Вот так вот. Так, я не вижу, ребята, вон она. Черт, этот бой у меня там получает люлей. Давай, вызывать. Так, если что, ребята, будем делать отхил. Вертушка еще долго до нее. Надо боксера отсюда убрать. Отлично. Так, уничтожаем эти бочки, чтобы нам они не мешались. Так, стрелку осталось совсем немного. Смотри, сейчас должен упасть. Отлично, он упал, ребята. И... боксер, куда это ты там разогнался? Мне не нравятся твои действия. Так, бой. Давай-ка вот сюда. Подожди, мне нужен бой. Что за фигня-то тут происходит? Я не понимаю, а? Блин, и я не могу резать, ребята. Оружие-то у меня отобрало этот чувачок этот. Блин, да как же так, а? Ладно. Здесь у нас не столько важен ранг, как вообще пройти. Что ты там делаешь? Ну-ка, давай вертушку. Ай-яй-яй, как же все-таки хреново, что бой у меня упал. Да отойди ты, стрелок, не видишь ли, бочка там катится. Как специально все, а? Просто специально душат, а? Ассасинка еще прицепилась ко мне. Все, боксер, короче, в нокауте, ребята, у нас. Тюх, всех разбросали. Естественно, сразу подхилимся. И... да, и будем ассасинку добивать, ребята. Все, делаем стрельбу. И, в принципе, я думаю, есть сейчас крантарики. Но, есть, добили. Блин, а бой так все-таки и остался у нас мертвым. Жаль. Но, тем не менее. Так, $166 мы получили. Одну монетку плюс сундук пятницы. И давайте мы, наверное, так. В этом что у нас? 20 монет. 6 часов. Блин, нифига. Ладно, пускай идет разблокировка. Смотрите, шанс получить карты снеговика. Плюс $1200 у нас будет. Так, 3 ячейки у нас свободны. А это значит, что мы можем еще сходить на основную сюжетную линию, ребят. Рогалик мод пока, наверное, нам не нужен.
кооперативка. Список комнат. Нету никаких, ребята, комнат здесь пока. Но зато, наверное, мы можем что-нибудь усилить. Давайте-ка глянем. Есть и так, дубинка здесь прокачана по полной. Давай-ка вот так вот мы глянем. Ага. Так, погоди-ка, насчет костюмчика. У бандоса что у нас за костюм? Вот такой, да, стоит. А здесь смотрим. Так, ДП-51, а здесь ДП-55. Величина кровопийцы плюс 8, а здесь величина перезарядки. Величина, так, величина перезарядки деревянную. Короче, соберите тюремный набор и активируйте. Перезарядка навыков минус 10%. Увеличивает урон на 50%, дает шанс 50% добавить эффект оглушения. Ага, даже вот так, а у нас что? Эффект какой? То же самое, эффект оглушения. Но у нас эффект кровопийцы стоит у обычных атак. А здесь ничего нету, ребята. Просто величина деревянная дубинка плюс 5. Так, ну-ка попробуем. Не хватит, да, ребят? Не хватит, наверное, заточить нам. Ну, вот так, например, и вот так. Что? Развить. До легендарки поднимем. Да, ребята, подняли до легендарной. Величина зуб гончий плюс 5. И можем еще затачивать. Так. Блин, вот эти вот перчатки хороши. Я не знаю, стоит их менять, не стоит. Ладно, фиг с ним, давайте их туда же втюхивать. И еще одну. Вот так вот сделаем. Усиливаем. Ну, здесь надо будет очень много шмоток, чтобы раскачать ее до 5 звезд, эту шмотку. Так что спешить пока не будем. Ну что, ребята, у нас с вами вот этот уровень. Два уровня проходим, и там уже будет кафедра биохимии 3. Ну а пока мы с вами на кафедре биохимии 1. Так что погнали. Фух, посмотрим, кто здесь и что. Вау! Нифига себе, кафедра. Опа, начинается сразу с амбала. Как-то странно. Амбал, иди сюда. Так, надо, наверное, применять стрельбу. Что-то мне как-то не нравится это все. Мы в лифте, по ходу дела. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй! Никак не ожидал, что так вот резко все тут начнется. Ух, смотри, еще и робот прет. Вау-вау-вау-вау, я даже не знаю, за что хвататься, ребят, если честно. Так, давай отойдем, отойдем, отойдем. Всех уведем пока. И будем дальше продолжать бомбить. Так, этого ниндзю надо нам убрать. С глаз долой. Где эта хилка? Вот она. Ее ликвидируем. Ага, тут еще одна. Так, получил лжбан. Ну, амбала завалили. Так, следующий этаж якобы, да? И здесь у нас вот такие вот бандосы здесь выходят. Черт, подери, их причем довольно много, я смотрю. Ай-яй-яй, стрелки, стрелки, это плохо. Давайте молнию выпускать. Плюс захват. Подхил у меня, если что, есть. Так, нужно боя туда отправлять, там перчатки лежат. Пока отлично все. Справляемся, бронежилет поднимаем. Кто там? Блин, там робот идет. Робот идет, это плохо. Давайте, наверное, вот так вот его оглушим. Подобьем маленько. А бой займется у меня этим стрелком. Давай, давай. Воу, якудза появился. Якудза — это плохо, ребята. Конечно же, они сразу же идут у меня на мою любимую хилочку. Так, луч промахивается. Делаем неуязвимость. Я боем сейчас луч применяю.
И, наверное, делаем вертушку с вами. Как вариант, прокатывает. Ага, а этот еще один остался здесь, да? Нет, уже не остался. Все. Погиб. Расстреливаем. Воу-воу-воу-воу-воу, сразу со всех сторон-то. На моего стрелка захотели, а? Родненького. Нет уж. Этому не бывать. Ага, хилка. Один бандос. Ну что же, давай бандоса мы, наверное, уберем отсюда. Чтобы он тут слишком сильно не буянил. Делаем неуязвимость и вертушку вот на этих двух якутс. Пробуем. Вау-вау-вау, ты куда это побежал? Куда это ты побежал, а? Якудза. Мы так с тобой не договаривались. Все отлично, все хорошо. Да блин, он не должен был так сделать. Но сделал, к сожалению, ребят. Робот. Давай вот этого сейчас мы попробуем заколбасить. Нам нужно подхилиться обязательно. Ты будешь гасить у меня этого стрелка? Он тут... Все, отлично, молодец. Так, делаем, короче, провокацию на себя. Так, отойди. Так, надо неуязвимость срочно, срочно, ребята. И вертушка. И подхиливаться обязательно. Пока вроде бы неплохо. Да чтоб тебе, блин, а! Хотел же убрать. Давай вот этого вот схватим. Стрелка, он там нервирует меня своими действиями. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Срочно, срочно! Уничтожаем! Отойди оттуда, пожалуйста. Радость ты моя. Не видишь, что ли, за тобой этот циклон увязался. Фу. Чудом выжили. Продолжаем бой. Ай, кто тут? Ниндзя. Так, ниндзю мы с вами убираем. Сразу стрельба. И град пуль. Что ты там сзади с пятишка лезешь-то, а? Тюш. Блин, только вот этого ворюги нам еще не хватало здесь. Оглушаем его, ребята. Сразу откидываем, естественно. Я его хватаю в плен. И расстреливаем. А ему пофиг, смотри, он бегает, ему пофигам, абсолютно. Давай, стрелок, здесь поднимешь ты. А заключенный вот этот вот лут. Так, отойдем. Там уже якудза, смотрю, стреляет, тут еще плюс стрелок. Оу, сколько вас здесь, а? Давай молнию выпустим. Так, защиту поставим. Этого дурочка надо убрать. Так, робот, куда ты там прешь, а? Куда ты прешь? Не попадаем. А хотя нам это не нужно. Опять, опять этот чувырло идет, а? Ты посмотри, они неугомонные. Ладно, ребят, давайте... Так, ниндзя. Кто еще сюда выпадет? Так, и стрелок. Естественно, как же без стрелка-то? Вражеский стрелок хуже не придумаешь. Так же, как, в принципе, и ниндзя. И еще один. А вот это что-то новенькое, ребята. Давай-ка его маленько оглушим. Так, мы можем с вами вот этого подбить. Ниндзю, кстати, тоже нужно ликвидировать обязательно, ребят. Задолбал он там звездочки свои пулять. И вот этого вот дальнего. Здесь вертушку. Все, справились. Но это еще, ребят, не конец. Как я погляжу. Я даже не знаю, что здесь у нас будет за босс. А он будет буквально скоро. Вот куда, куда ты бежишь, а? Спрашивается. Иди отсюда. Оглушаем. Так, бой, уйди, пожалуйста. Так, надо применять захват. Плюс молния и... Да, луч проходит как раз. Также делаем стрельбу. Воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, надо... Чуть было не прозевал. Конечно же, неуязвимость. А теперь, ребята, уже вертушка. Отойди, пожалуйста.
Также я сюда сделаю массовую стрельбу и, наверное, снайперский выстрел. Должны здесь справиться. Отлично, вроде бы все хорошо. Подберем баксы. Есть. Ну что же, ранг S как минимум. Давай, показывай. Угу, все отлично, все хорошо. Почти 200 долларов и 4 алмаза. Так, нормальный сундук. Ну что же, давайте сразу. Кафедра биохимии у нас второй этаж получается, да? Погнали. Не будем долго ждать. Ага, ну кто, что, где? Выходите, власти. По одному. Вижу, якудза, значит, да? Так, мы с вами, наверное, применяем сразу же сюда защитную ауру. И надо в первую очередь нам стрелков вот этих ликвидировать. В обязательном порядке. Якудза, иди отсюда, а. Бесишь. О-о-о, подожди, это кто там? Кто там, что там делает? Где-то ниндзя, что ли, был? Я вижу перчатки для боя, а не для тебя. Вот так вот. Что это такое? Йоу! Так, отойди, стрелок. Блин. Зря, конечно, он на моего заключенного там наехал. Так, а вот это вот плохо, ребята. Вот это вот очень плохо. Отойдите все. Эти роботы очень коварные. Надо его захватить. Так, здесь мы не получается ничего. Ниндзю тоже убирать надо. Все. Ага, все, не все, ребята. Живеханек он. И будем вот так атаковать, наверное. А других вариантов не вижу. Стрельба. Ну, будут эти роботы маленькие, нет? Рассыпался? Нет, не рассыпался. Хорошо. Блин, зато вышел еще один. Так, ты отойди. Будем вот так вот с вами действовать. Так, заключенный на неуязвимости у нас будет. Ниндзю сейчас мы вот так вот схватим. Так, кто-то там еще, ребята, собирается прыгать. Еще один ниндзя. Хорошо, делаем провокацию на себя полностью. Выпускаем молнию и шаровуха. Шаровуха проходит, проходит, хорошо. Нормуль. Все, он у нас отдыхает. Пошла вертушка. Вот стрелка нужно оттуда убрать. В этой заварухе я его могу продинамить. Да, робот, к сожалению, ничего не успел сделать. Давай, боксер. Ой, боксер, какой же боксер. Тюремщик, забирай броню. И будем вот это вот говнюка мелкого атаковать. Так, луч, а на кого? Нет, нам нужно захватить вот этого. Потом применяем капсулы и делаем стрельбу. Вот так вот будет оптимально. И на нашу пилку поставим ауру. Ну что, вроде бы как-то так. Блин, почему никто не идет? А, они все идут на хилку. Понятно, это, конечно, не зря. Если они думают, что хилочка у меня такая простая и будет их, как говорится, встречать. Нет, ничего подобного. Давай-ка, капсулы. Минус. Ну и боксер, я думаю, добьет. Черт, опять этот робот. Достал он уже действительно в корень. Так, тут подхилка вражеская. И якудза выходит. Точнее, заходит в лифт. А мы с вертушки. Во-во-во-во, отойди. Там самурай у нас летающий. Блин, жалко, его нельзя схватить. Чтобы он там не летал, блин. Голубок. Так, отойди. Я знаю, что эти говнюки там любитель пострелять. Неуязвимость. И в этого робота мелкого, чтобы он к нам не подходил близко. Подхилиться придется, ребят, потому что у заключенного мало здоровья. Как вы достали эти механические машины.
Дайте мне только накопить на вертушку, и я вам тут устрою. Все, понеслась. И я выпускаю молнию. И плюс вот этого вот надо оглушить. Точнее, даже убить. Все, справились. Расстреливай эту хилку. Но, блин, еще не конец до сих пор, а? Ты посмотри. Еще один охламон идет. Да вы достали уже в самом-то деле, а? Работеги. Вот неугомонные. Давай его в тюрягу. Потом вот сюда вот телепортируемся. Кто там? Ниндзя. Ага, ниндзя стреляет по хилке. Вот это вот уже хреново. Придется расстреливать. Ага, расстреляли, блин. Как же быть-то вот так вот сделать? Луч. Сразу двоих прошили. Давай-ка вот так, с вертушки. Как можно быстрее нам нужно этих гадов разобрать всех. Применяем молнию, и эти ниндзя падают. Все, отлично, ребята. Ты смотри-ка, еще до сих пор не конец. Куда он хочет? На мою хилочку идти? Ага, губишь раскатил. Нет, этому не бывает. Так, два хила здесь появилось. И якудза. За якудзу, ладно, мы сейчас с вами попробуем ликвидировать. Не знаю, выйдет у нас или нет. Воу-воу-воу-воу. Тихонько, ты что делаешь, а? Говню, получил свое. Вертушка готова у меня там. Блин. Ты смотри, привязался, а? Вертушка нифига не готова, придется провоцировать. Все, переключился он на меня. И добивочный. Готова одна. Вторая тоже. Да ладно, только не говорите, что еще будет замес. Да, а он будет, ребят, смотрите. Все по-жесткому здесь. Никаких, блин, шуточек. Так, я делаю, короче, неуязвимость. Потом... Нет, 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 боксер. Ой, боксер, почему боксер я его называю? Когда это за... Да дай мне переключиться-то, ё-моё. Вот фигня, блин. Он как хочет переключиться, а получается, что он даже не захватывается. Так, в куче делаем замес из вертушки. Робот вылетел. Так, а этот еще нифига, этот держится. Стрельба тогда у нас пойдет, массовая. Так, 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 добьешь. Минус эту. Эту не успели. Оу-оу-оу. Ты посмотри. Черт подери, да какого лешего? Как это так получилось, я не понял, ребят. Фак, и это надо было под конец, а? Откуда взялись эти два урода-то? Ой, блин, опять ранг А. Да, понятно, фигли. И причем так быстро, я даже не успел нажать на отхил. Ну что, ребят, давайте, наверное, глянем с вами этого босса. Кто, интересно, здесь у нас заведует кафедрой биохимии? Так. Черт, когда же я буду использовать своих ребят, а? Когда я для них наберу уже нормальный шмот? По-моему, никогда. Ладно, давайте глянем. Уж очень мне интересно посмотреть, кто у нас тут будет. Опять мы в лифте, да? Хорошо. Начинается с обычных бандитов все дело. Хорошо. Оу. Так, робот? Вот это новости, ребята. Вот это для меня новости, если честно. Я нифига не понимаю, что там происходит. Так, давай. Эй-эй-эй, неуязвимость ставь. Я смотрю, там что-то он как-то разошелся, этот робот. Так, давай в тюряшку. Плюс капсула. Так вот сделаем. Куда, куда он? Куда он побежал? Эй! Черт! Блин, такие взрывы там мощнявые. Очень хреново, ребят. А ну-ка, поджарим маленько. А ему-то по барабану абсолютно. А если мы вертушку сделаем?
Так. Блин, он избежал. Он избежал, ребята, этого наказания. А если мы вот так вот? Бум! Ну что же, довольно пока неплохо. Пин. Делаем подхил. У меня неуязвимость есть, я пока спокоен. Блин, по-моему, это тюрьма по барабану. Она не действует, ребят, на боссах. Так, главное хилку убрать нафиг от греха подальше. А то я смотрю, он за ней там охотится. Привыкает, блин. Давай вот этого босса шмальнем. Так, где у меня бой? Я боя не вижу. Черт, подери. Этот робот еще прет. Йохоу. Да отойди ты, блин. Да что ж так жестко-то? Я ничего не успеваю, ребят, разглядеть, если честно. Давай выпустим, попробуем молнию. Ты выпустил молнию или нет? Выпустил, только я почему-то не увидел, ребят. Эй, не надо прыгать на хилку мою. Так, стрелок, уйди оттуда лучше. Вот это замес тут происходит. Жестокий, ребят, замес. Ничего не понимаю. Эй, не надо погибать, заключенный, пожалуйста. Стой, держись, родной. Давай-ка с вертушки нафиг. Ты смотри, что делает, а? Поганые роботы. Глушим. Так, массовая стрельба. Короче, ребята, делаю вот так вот. И два выстрела. Как вариант. Должно прокатить. Сейчас он... А чё он не сработал? Он должен отлететь был. Но нифигашечки почему-то не отлетел. Хорошо. Давайте уведем стрелка. Что там все заморгало? Что такое? Подожди, у него же хп еще остались. Ну, прошли так прошли. 184 доллара получили. Плюс одежда мстителя, потрошителя. И маленький сундук. Маленький сундучок. Так, раз, два. Но это, ребята, уже мы с вами оставим, пожалуй, на следующую серию. У нас будет секретная база 1, потом секретная база 2 и секретная база 3. А дальше у нас штаб-квартира уже черной жемчужины. Так что все впереди. Ну, а на этом я буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока, удачи вам.